Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы посмотрим на игрушечку, которая называется «Звездный форт». Давненько подписчики просили, чтобы я в нее поиграл. Ну что ж, настало то время. Добро пожаловать в мой мир. Вы должно быть новый капитан команды. В моем мире капитаны команд сражаются друг против друга в поисках славы и богатства. Капитаны команд строят форты и собирают могущественных героев, известных как звезды. Вместе с вашим собственным фортом и могущественными звездами вы сможете подняться в лигах. Время для вашего первого матча. Атакуйте и уничтожьте форт, чтобы получить в награду сейф. Чтобы отправить в битву, вам понадобится... Чтобы отправиться в битву, вам понадобится звезда. Данная карта открывает варвара. Ага, ребят, варвар. Так, вот так он выглядит, довольно неплохо. Хе, чувак. Куда ты побежал-то, эй, парнишка? Он куда-то бежит. Так, это кто такие? Ваша звезда будет перемещаться и атаковать сама по себе. И только вы сможете играть ее специальными способностями. А, понял. Так, предварительные просмотры атак. Перетяните и удерживайте карту для предварительного просмотра ее атаки. Отпустите карту для активации способности. А, вот так вот. Ну, давай Так, подожди. Используйте способности вихрь, которая поможет вашему варвару наносить урон вокруг себя. Угу. Это я должен, ребята, взять ее и вот сюда отпустить, да? Ну-ка. Неплохо, совсем неплохо. Уничтожьте тронный зал, чтобы выиграть матч. А он где-то там наверху, по-моему, находится-то. Ну ладно. Опа-на, это что такое-то? Ага, это какой-то рудничок, видимо, откуда выходят монстрики. А ну-ка, дай-ка я вертушечку-то пропишу разочек. Так, первый зал уничтожен. Ага, тут, значит, первый... А, вот, ребята, видимо, да? Тут их будет два или три. Куда это ты побежал? На второй этаж он поднялся у меня. Так, глядите, золотой рудник. Воспользуйтесь броском и отправьте туда своего варвара, чтобы он украл оттуда золото. Так, прицельные атаки. Некоторые карты должны быть нацелены влево или вправо. Ага, значит, я вот сюда вот кликаю, предположим, да, ребята? И он у меня сюда прыгнет, что ли? Бросил молот. Ага. Бросил молот и, короче, за ним бежит. А вот и золотишко. То есть золото мы сейчас должны похитить. Два зала уничтожено, да? И остается только лишь тронный зал. Вот этот, где король там какой-то сидит, по ходу дела. Или я ошибаюсь? Да нет, по-моему, так оно и есть, ребята. А ну-ка, вертушечку. Нормуль. Я еще могу, да? Могу, ребята, вполне. Ну что ты там, королик? Я вижу, ты уже занервничал, бедняга. И мы победили. Тронный зал уничтожен. Такой бравл. Варвар, ух. Вяленый бородач, это я, что ли? Нет, ребят, я не вяленый бородач. Я Винрей на худой конец, но никак не вяленый бородач. Так, сейф отборочного матча. И что же мне достанется? Эта победа принесла вам сейф. Я вижу, и денежки тут кувыркают. Оу! Так, следопытка обыкновенная, уровень первый, новиночка. Следопытка, это, по-моему, ребята, лучник, как я могу понимать. Слушай, ну, вроде бы ничего, начало, ребята, неплохое, новая звезда следопытка, и вот у нее способности. Возвращение в форт. То есть в данный момент, ребята, мы проходим с вами обучение. Нас обучают всяким премудростям. Следопытка присоединилась к вашей команде. Пора испытать ее в бою. Кстати, я с тобой полностью согласен, девчуля. Переход к матчу. Вот так вот сразу, да, опять же. Без всяких яких. Ладно, я не против. Будем проверять, на что она способна. Я так понимаю, у нее будут дистанционные атаки. Как у всех лучников. Так, варвар, мой бравл, и следопытка. Вот они вдвоем и бегут. Ох ты, тут уже, ребят, какие-то посерьезные монстрики. Громила будет действовать против соперников, имеющих наименьший уровень здоровья. И именно таким соперником будет ваша следопытка. Ей потребуется убрать его. Карты усилений.
Карты усиления можно отпускать где угодно. Эффект применяется к вашей звезде. Понял. Перетяните способность ядовитые стрелы, чтобы дополнить атаки следопытки ядом. Хе-хе-хе, давай. Тыч. А он идет, ребята, он идет. Ну-ка, давай так сделаем. Пробили чувачка. Так, 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 варвар, давай-ка возвращайся быстрее обратно. Ну, первый зал уничтожен, отлично. То есть, получается, это, ребята, как бы Tower Defense. Но здесь мы ничего не должны защищать, мы должны уничтожить. В отличие от вашей следопытки, варвар не способен достать до летающих противников. Перетяните способность Белый Огонь, чтобы кратковременно усилить скорость атаки следопытки. Ага, вот оно что, да? Тынч, тынч, только она может подбивать летающие юниты, я понял. Так, ну что, у нас еще один зал уничтожен. И тут у нас второй зал. Так, тихо, вот этого гаврика я помню. Надо его травануть. Слушай, неплохо. Да че мы тут тютюкаемся? Тыдыч. Беги, беги, беги за своим молотом. Тут где-то, ребята, золотишко должно быть, но я думаю, что нам оно не пригодится. Тронный зал уничтожен и конец матча. Вяленый бардач. Не хочу я быть вяленым бардачом. Сейф отборочного матча. Опять получили, что ли? Да, ребята, 75 голды. И второй, ребята, уровень следопытки, наверное, получится. Так, а это что еще такое? Логово рядовиков. Обыкновенные. Ух ты. Золотой рудник, обыкновенный. Улучшить, я бы с удовольствием, только мне пока не дают. Возвращаемся в форт. Слушай, по-моему, все у нас тут будет. Мы с вами можем здесь, наверное, и строить свою базу, и все. В этом сейфе есть дополнительная карта следопытка. Теперь вы готовы к ее улучшению. Так я об этом говорю. Ваш форт откроется на втором уровне. Все у нас, ребятулечки, будет. И форт, и драки, и масуха, и бамбуха, и все, что вы только захочете. Так, понял. Идем сюда. Это экран коллекции. Здесь находятся все карты, полученные вами из сейфов. Да? Так, ну, я понял. Улучшай звезды для того, чтобы они наносили больше урона и имели больше здоровья. А еще за каждое улучшение можно заработать опыт. Улучшить, конечно же, ребята. 100 голды тратится на это все. И я получаю второй уровень. Соответственно, мне должен доступен быть форт сейчас. Так, а я еще могу, что ли, улучшить способности? Ага, способности улучшаются, ребят, за какую-то жидкость. Как мы видим, пока у меня ее нету. Максимально 1000 я могу, да? Так, хорошо. Видимо, это будет немножко попозже. И вот, ребята, мне доступен форт. Ведь это же мой форт. Это мой. Вы открыли свой форт, но вам требуется больше карт для того, чтобы сделать его сильным. Откройте свой сейф бесплатно. Понял, есть у меня такой сейф. Бесплатный сейф. Короны, 2 штуки. Так, 25 голды. Опять следопытка выпала. Призыв рядовиков. Ага. Казарма мечников. И сбор. Редкостная. Сбор. Хм, хорошо. Разместите залы в своем форте. Ага. Постройте форт, используя полученные вами залы. Так, я понял. Давай, рудник. Атакующие команды входят через портал и движутся в сторону вашего тронного зала. Оборона лучше всего действует при размещении на этом пути. Ага. Каждый зал имеет собственную стоимость в очках форта. По мере повышения вашего уровня игрока, вы будете зарабатывать больше очков форта. Теперь разместите свое логово рядовиков, оно порождает рядовиков, патрулирующих и защищающих эту область. Сюда. Понял. Ну, давай, предположим. Разместите свой золотой рудник подальше от маршрута возможного нападения, с тем, чтобы атакующие не украли его золото. Сюда? Ну, давай сюда поставим. У вас есть достаточно очков форта для размещения вашей казармы мечников. Сюда, да, рядышком. Хорошо, сохранить.
Мы уведомим вас, когда золотой рудник будет полон. Найти матч. Так, что у нас здесь, ребята? Глава 1. Вы уже завершили 2 отборочных матча. Следующая миссия оборонительная. В данном испытании мастер Рун отправит свой отряд звезд в атаку на ваш форт. Как хорошо, что вы добавили новые залы. Ага. Начать оборону. Так, а вот это уже интересно. Я должен, значит, обороняться. То есть до этого я атаковал вражеские форты. Теперь я должен защищать. Вас атакуют. Ага, вот. А не много ли вас тут, ребята? Мечники мои. Давай, ради битули. Я что-нибудь могу, ребят? Как-то могу это? Так, тихо. Давайте все ускорим и посмотрим, что из этого получится. Ускорение. Так, ребята, я так понимаю, не могу, да, своих этих вызывать. Это будет все автоматически. Разбойник в нокауте. Так, уничтожил. Мастер Рун в нокауте и охотница в нокауте. То есть мы выиграли, да? Звезды в нокауте. Ага, ну все, я понял. Все, я понял. Ребят, когда обороняемся, я не могу применять своих героев. Все зависит от того, как я построю оборону. Так, золотой рудник у нас повышается. Тронный зал повышается тоже до 2. Так, хорошо. Возвращаемся, короче, мы с вами в форт. Так, а слушай, а мы можем как бы делать так, что и мы нападать, и в то же время защищаться? Или тут только либо нападать, либо защищаться? Так, бонус за ежедневный вход. 100 золотых монет, конечно же, я получаю. Все, да? Можешь закрывать. Одна из ваших карт готова к улучшению. Там, по-моему, 2 карты у меня готовы. Так, улучшите свой тронный зал. Улучшаем, ребята. И у нас... Ну, как видите, и здоровье повышается, и уровень заодно. И вот у нас, ребята, дневная цель. 3000 баночек мы с вами получили. А значит, я смогу улучшить своих персонажей. Возвращение в форт. Так, это, конечно, все хорошо, но... Вам потребуется имя, по которому вы будете известны другим. Ну, вот это другой разговор уже. А то вяленый бородач. А теперь выберите себе имя и аватарку. Так, аватарку я возьму себе... Пожалуй-ка вот такую. Но точно не вяленый бородач. Давай посмотрим, ребята, есть ли вот занято или не занято. Вот, ой, подожди секунду, не то. Не то, ребятушки. О, все, нормуль. Винрей, так, и на этом можно закрывать. Поздравляем, вы достигли полигона. Первой лиги среди множества других. И что? Участвуйте в многопользовательских матчах, чтобы зарабатывать медали и подниматься в лигах. Это у нас что, вот так вот выглядит варвар прокачанный? Ну, не может быть. Фига он. Сражайтесь с другими капитанами команд и демонстрируйте своих могущественных звезд. Вам осталось всего 3 победы до перехода в бронзовую лигу. Ха-ха. Воу-воу-воу-воу. Это что такое? Дойдите до лиг более высокого уровня, чтобы получать более крупные сейфы и открывать новые карты. Хе-хе-хе. Заманчиво. Так, найти матч. Многопользовательский матч. Слушай, ну я, конечно, найду. А почему мне не дали, ребята, возможность улучшить свои суператаки? У меня там у персонажа им можно было что-то прокачать. Что такое? Погоди. Выбрать портал. Где я могу как-то приблизиться? Приблизить, говорю, могу или нет? Мне отсюда плохо видно. Что я должен здесь сделать? Редактировать. Редактировать. Что именно редактировать? Честно говоря, я не могу понять, что я должен здесь, ребята, сделать. Так, тронный зал уничтожен. Я должен уничтожить. Сдаться, главное. Далее. Ну, давай далее. Так, это мы. Это мы, это следопытка. Погнали. А, мы нападаем, да? Вы открыли заклинание сбор. Используйте сбор, чтобы заставить свою команду бежать к определенному месту. Ага, я понял. У меня есть такой сбор. Как? Я не могу, ребята.
Ага, вот так вот мы переносимся, да? И вот, например, я сюда ставлю сбор. Так они бегут, зачем мне это? Господи, я-то думал, что... Так меня не устраивает, если честно. Все, шикарно. Так, ну теперь-то вы побежите. Так, ускоряемся, ребят, с вами. Ускоряемся. Бомбим вот это вот зданице. И пускай они бегут у меня уже наверх. Там как раз... Что-то я не вижу, чтобы здесь была точка сбора. Вот. Вызываем сюда наших собачек. Они где? Они вообще хоть где, ребят? А, вот, я их просто беру, нажимаю, ребята, и они появляются здесь. Отлично. Так, бомбанули. Теперь давай уничтожим с вами тронный зал вражеский. Ну-ну-ну-ну-ну, бомбим, бомбим, бомбим. А, кстати, тронный зал, ребята, тоже бомбит какой-то магией. Видите, да, сейчас мою лучницу, по-моему, уничтожат. Но не успел он. Мы тронный зал уничтожили быстрее. Ага, вы выиграли. Но если бы мы с вами все бы уничтожили, да, мы получили бы 3 звезды, а так только 2. Награда у нас маленькая. И получаем мы за это деревянный сейф. Вот они, хитрецы какие. Ладно, понял я. То есть в наших интересах уничтожать все абсолютно форты. Так, многопользовательский набор. Усильте вашу команду новой звездой. 229 рублей. Спасибо большое, я не хочу. Так, вы заработали свой первый сейф в многопользовательских матчах. Чтобы открыть эти сейфы, требуется время. Я вижу 2 минуты. 2 минуты мне для этого нужно. Так, многопользовательский набор. А, это понятно все. А вот это что такое у нас? А, переделывать, да, замок? Слушайте, ну я пока ничего не буду переделывать. Мне пока и так все устраивается. Откройте уровень игрока 6-й. И что-то тут еще у нас откроется. Территория тут на 12-м. То есть это как бы наш форт будет расти, я так понимаю, да? Увеличиваться в объеме. Так, ячейки, это для сейфов. Так, улучшите свой золотой рудник. Улучшите, да? Улучшение у нас где? По-моему, вот тут, ребята, все это дело происходит. И да, я могу, за 100 золотых я его улучшаю. Но здесь, помимо рудника, я мог, ребята, улучшать... суператаки своих звезд. Я ведь помню прекрасно. Так, разместите залы в своем форте. Так я же вроде бы как разместил. Или что-то еще у меня появилось. А вот это что такое, ребята? Вестибюль. Ну-ка дай-ка я его вот сюда вот вниз поставлю. Вестибюль. Логово рядовиков. Оно у меня есть? Оно, по-моему, есть. Но я еще, видимо, могу, да, одно поставить. И еще одна вестибюль. Вот так. Сохранить. Вот. Чем выше, как говорится, тем лучше. А это, ребята, показывают, как они могут добраться до моего тронного зала. Если вот так вот пойдут, прям по прямой, хоп, и сюда. А здесь, ребята, золотой рудник вот здесь стоит. А здесь у нас мечники и вот эти вот маленькие песики. Ладно, хорошо, а как же мне улучшить, ребятули? Сейчас, кстати, сундук деревянный откроется, точнее, бочка. Как же мне улучшить моих звезд? Я же помню, что там можно было супер... Ну, карта тут хватает. Так, это полигон, бронзовая, серебряная, золотая и нефритовая. И это пока просто комнаты какие. А вот, ребята, и заклинания. Да-да-да, мне нужно именно заклинание. Звезды. Ну-ка. Вот, я же говорю, что можно улучшить. 200. Погоди-ка, я же вроде бы зарабатывал, ребят. Но ведь было же, помните, да? Баночки мы с вами получали. Потратить 13 корон. Не хочу я пока тратить. Я думал, что у меня есть. Но оказалось, что не так. Деревянный сейф открываем. И у нас призыв рядовиков. Рядовики. Оу! Элитная пещера нокаутов у нас, ребята, открывается. Что это такое? Какая-то тренировочная или что? Вы открыли карту элитного зала. Элитные карты начинаются с 5 уровня. И... С 5 уровня не начинается. И что дальше? А дальше то, что я, ребята, не могу ее пока открыть. Потому что я сам пока маленького уровня. Вот она. Да и нужно, как вы видите, 9 очков форта. А у меня 0. Все, я понял. А завершите новый отборочный матч. Завершите.
Так, у нас пока что-то здесь еще, ребят, моргает. Моргает. Ну ладно, давай. Отборочный. Подожди, подожди, подожди секунду. Погоди-ка. Заверши отборочный матч. Ага. Не забывайте, мастер рун по-прежнему ожидает вас в главе первого отбора. Да? Он меня ожидает? А вот он, ребята. Вот он ждет меня, действительно. Сразитесь с мастером рун и заработайте все боевые звезды в главе. Преуспейте в открытии карты мастера рун. Ох ты, ну тут, ребят, смотрите-ка, какие бойцы. Впереди есть еще много глав, в которые можно сыграть, и куча звезд, которых можно открыть. Откройте их все и сформируйте могущественную команду. Понял, все, понял, ребята. Ну что, давай, наверное, каточку с вами зарядим. Ой-ой-ой, тут много, много этапов. Так, награды матча я могу... А вот это что такое? Не знаю, ребята, какой-то, видимо, алтарь. Сейчас я их накумарю, можете за это не волноваться. Мне нужны, ребята, вот эти вот жидкости в баночках, чтобы я смог прокачать свои, как говорится, скиллы. Так, ну что, далее, конечно, далее, ребят. Давай, варвар и следопытка. Вперед, 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 родные мои. Вперед, погнали. Кто там, что там? Так, давай вот так вот сделаем, наверное. Так, точка сбора мне не нужна пока. Вертушка, да, вертушка нам пригодится. Вот это другой разговор. Уничтожаем здесь все, ребята. Чем больше мы и быстрее уничтожим, тем больше мы с вами получим звезд. Ну, вы понимаете, да, о чем я? А вот, ребята, как раз вот то здание, которое мы должны с вами или можем даже выиграть. Так, смотри-ка, амбальчик, амбальчик, ребята. Так, уничтожай. Да куда ты стреляешь-то? Вот же нужно кого. Ой-ой-ой-ой, по-моему, сейчас, ребята, он подобьет. Нет, не успеет. Не успел. Хорошо, хорошо, мы поднимаемся с вами вот сюда наверх. Так, бомбите, бомбите, пожалуйста. Так. Слушай, мастер рун что-то тут раздухарился, я смотрю. Давай собачек вызовем. Рядовики, как их величать здесь. Ну, довольно легкий. Три звезды, шикарно. Так, уничтожили, конечно, мы здесь все. И мы выиграли. Так, 60 голды плюс сейф отборочного матча. 100 монет. Следопытка, обыкновенная карточка. И вот, ребята, храм богини войны. Редкостная причем. Вот что храм делает, я не знаю. Но я думаю, что узнаем сейчас, когда вернемся с вами в форт. Так, хорош, хорош, хорош. Крутиться тут, вертеться. Так, давай посмотрим. Собери сейф в многопользовательской игре. Это, то есть, ребята, задание мы с вами определенное получаем. Ага, кукиш с маслом. Слушай, а за что нам даются они? Так, улучшай, чтобы получить больше... Улучшай свои карты и повышай уровень игрока, чтобы получить больше очков. Ага, значит, за улучшение карт мы будем с вами получать очки форта. Ха-ха! Заклинание, ну-ка. Улучшить. Так, рядовики, давай, конечно, улучшим, ребят. Рядовики нам очень хорошо помогают. Так, залы, я могу что сделать здесь? Такой, пещера нокаутов, элитная. Чего? Подожди, ну тут же стояла, ребята, медалька. Я же видел, что тут моргало что-то. Так, тут еще какая-то буровая установка. А, это шахты, серебряная, золотая, бриллиантовая, да? Это все, опять же, будет потом, ребята, открываться со временем. Ну что, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, на этой ноте закончим. Сегодня у нас была ознакомительная версия игры, да, которая называется «Звездный форт». Если вам понравилось, вы пишите в комментариях, и мы обязательно с вами продолжим в нее играть. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.